вся прям светится, вот как мужи мы друг друга должны любить своего папайца. Как любим, ох. Ильяс, а давай мы тебя сейчас женим. Давай. Тебе же так много народу. Бабуль, не надо, не сейчас, пожалуйста. Как не надо? Ты что, да, я концерт и чего? Ой. Давай не устраивай, пожалуйста. Так, а телефончики дайте, там есть Козлармен, да? Который надо женить его, надо женить. Там, кто хочет, да? Замуж-то выйти хочет кто-нибудь? Давай. Ау. Давай лучше о музыкальности татар поговорим. Чего меня женить? Кому я нужен? Ну ладно, я петь тоже люблю. Девчонки, которые я пришла. Ведь татары, как и итальянцы, тоже очень музыкальные. И вот сейчас я хочу представить себе артистку, заслуженную артистку Республики Татарстан на сцене Московского дворца пионеров Алмаз Юси, которая исполнит песню «Адажио» на итальянском языке. Ой, класс! Ну давай, послушай. Но телефончики я напишу. Итальянный сельскавердин усвар. Questa musica che